Но самые новые троллейбусы появились в Волгограде буквально только что, в апреле 2022 года. Это БКМ-321 из Минска. Новейшие троллейбусы, которые идеально можно тыкать в лицо тем, кто считает троллейбус устаревшим видом транспорта, привязанным к проводам и прочее бла-бла-бла. Эти троллейбусы имеют низкий уровень пола, кондиционеры, тихий быстрый ход, и, конечно же, они умеют объезжать препятствия без использования контактной сети, потому что у них есть аккумуляторы, как у электробусов прямо. Такие троллейбусы были, между прочим, даже в Москве. Что, правда, не помешало Сергею Собянину и его компании уничтожить систему, которая на момент закрытия была весьма себе современной и весьма пригодной для исполнения своих обязанностей.